Так, вот смотрим, ребята. Вот внизу я там нахожусь. Помеха, смотрите. Обошел квартал, буквально две улицы прошел. Помеха исчезла. То есть это локальная херобора. Но это радует, значит, можно найти паразита. Сейчас свернем на улицу, и она появится. Так, вот здесь у нас получается в конце улицы появляется помеха. И вниз, если спуститься, сейчас покажу. Так, все. Я вот вышел, вот дом стоит. Я захожу в зону. Вот уже начинает появляться помеха. Антенна минимально длинная. Так. Все. Опа. Магазинчик наш. И пошла помеха. Что-то они хотят скрыть. Так, вот появляется, но не сильно. Так, опа. Тут поставили новые светильники. Кто его знает. Вот оно сейчас дает помеху. Вот этот дом. Так, вот у меня даже один сегмент загорелся. А вот и домик, откуда идет помеха. Так. Ну, по-моему, источник мы нашли. Спускаемся ниже. Так, опять показывает у нас один сегмент. Может, это дают эти новые светильники. Так не было такой херни. А вот их поставили. Они тут заканчиваются. Так, ну короче, скорее всего, помеха идет от этих светильников. Либо в том районе. Потому что вот я отошел от них. Здесь прекращается эта линия. Вот я подхожу. Вот эта линия. Все. Вот у нас. Все прелесть валит. Тут еще светильник подожженный какой-то. Может, дает помеху.